Привет, друзья! Доброе утро! Доброе купавинское утро! Ну вот, недавно вроде бы косили, газоны уже зарастают, пионы пока еще цветут, но есть и которые хотят отцвести. Обычно я, когда вот так вот утром обхожу, я их вот так просто срываю. В другой руке у меня ведерко и складываю. Но сегодня очень много всего, что нужно собрать. В таких случаях я обычно обхожу володенья свои. Утренний обход у меня вот такой. Я уже начала было обходить, но решила для вас заснять. Показать, как это у меня делается. Я думаю, и вы точно так же. Но для некоторых неверующих. Буквально вчера или когда позавчера я получила такой смешной комментарий. Женщина мне пишет, которая, видимо, впервые ко мне попала на канал. Ну, она написала вроде того, что участок огромный. Не может быть, чтобы вы сами за ним ухаживали. Тот, кто за таким участком может ухаживать, песенки не пишет. Или наоборот, кто песенки пишет, за таким участком не может ухаживать. Я, конечно, посмеялась, улыбнулась и ответила. Волшебные слова знаю. Как выйду в сад, напою, нашепчу, так все само собой и делается. Так вот, сейчас мы с вами вместе будем нашептывать, напевать и наблюдать, как все это само собой делается. Действительно, это приятная процедура. Хоть и срываешь уже отцветшие цветочки, да, но на смену им рождаются другие. Вот тут я как раз остановилась, видите, уже ромашки тут сорвала. В букетах они уже у меня не умещаются, поэтому отправила вот в корзину. Ирисы отцвели. Сейчас я их тоже сорву, отправлю в корзину. Ну, в общем, вот так я прохожу по тропиночкам своим дозором, убираю все лишнее. Худо.
котла, порожбой при свечке обещания свои. Я исполню строго, вскоре будешь ты носить два ветвистых рога. И над ухом не шепчи милые словечки, только с виду я кажусь тихою овечкой. Ведь му не буди во мне, спит она покуда, а разбудишь, так и знай, будет тебе худо. Так подумай, не спеши, ты готов к такому? Сам послушай, а теперь передай другому. Сам послушал, а теперь передай другому. Ой, ну ладно, пойду посмотрю. Сережа зовет, парад смотреть. Для него парад – это святое. Сам не раз в нем участвовал. Так что сейчас мы сядем рядком, да посидим вдвоем, посмотрим. Ваши? Представлены офицерами курсантами военной академии имени Петра Великого. Впереди парадного расчета начальник академии генерал-майор Леонид Михалап. Выпускники академии вносят огромный вклад в создание и развитие стратегических ядерных сил страны. За 6 лет правления Бориса Ельцина страну бросало из одного кризиса в другой. Мало кто верит в то, что борьба за власть окончена. Всего доброго всем. Берегите себя и близких. Будьте здоровы. До новых встреч в моем саду.